традиционная молодежная дискотека «Кветка» у малой сцены особенно многолюдна. Под современные хиты зажигают девушки и парни. На танцполе отрываются подростки постарше и совсем малыши. Повеселиться, потанцевать, как-то развеяться. Хорош, мне нравится. Весело? Круто! Как тебе песни? Как настроение? Отлично! Эпицентром развлечений стал центральный фонтан. К импровизированной сцене были прикованы сотни взглядов. Первыми выступают музыканты. Саксофонист исполняет несколько музыкальных композиций. Со сцены звучит призыв включить фонарики на телефонах. Толпа мгновенно загорается. Готовы? И раз, два, три, все! Публику в прямом смысле разогрели артисты, устроили красочное фаер-шоу. Они показывали разные элементы с огненными шарами и дышали пламенем. На праздник собрались сотни горожан. Кто-то целенаправленно пришел на шоу фонариков, кто-то просто решил провести субботний вечер на празднике и потусоваться. По радио зефир, что сегодня будет запускание фонариков. Вот пришли. Очень хорошо, нормально, очень весело, хорошо, замечательно. Решили развлечься, посмотреть светящиеся фонарики, сделать для себя праздник и для ребенка. Очень круто, весело, да. Очень много молодежи. Где бы была я, если бы не села мои моря, моря. Атмосфера хорошая, и очень давно не были в парке, учились, да. А так, в принципе, ну, давно вместе не отдыхали. Выступления хорошо организовывают, все отлично. Фонарики, музыка, а мы никогда людей. Не были на таком празднике и решили поучаствовать. Музыкальная, веселая, очень теплая, хорошая атмосфера. Как погода. Таких надо почаще праздников устраивать. Мне понравилось аттракционы, и это классная вечеринка. Кульминацией вечера станет запуск водных фонариков. Десятки сверкающих огоньков опустят на воду. В вечерней темноте это выглядит как настоящая сказка. Фонарики в виде кувшинок. У кого-то огонек светодиодный, у кого-то настоящее пламя. Десятки таких фонариков сегодня опустятся на фонтан. Считается, что если опустить его на воду и загадать желание, оно обязательно сбудется. Организаторы отмечают, что аудитория, как всегда, активная и очень веселая. Мероприятие прекрасное, очень много зрителей, но, в принципе, как всегда, много семей с детьми, с родителями, даже бабушек, дедушек много. Но это особенность нашего фестиваля. Наша основная цель – объединить всю семью, чтобы они пришли, запустили фонарики, загадали свои заветные желания и вместе провели время и отдохнули. Подобный праздник проходит в городе уже не в первый раз, но всегда собирает целые семьи бобруйчан, дарит позитивные эмоции и заряжает драйвом. Анастасия Похлёстова, Максим Галионко, Бобруйск 360.